19 октября Казанский федеральный университет посетили представители крупнейшей компании по добыче нефти. Для столь важных гостей была организована увлекательная экскурсия по вузу, во время которой делегаты смогли по достоинству оценить возможности университета и уровень подготовки будущих специалистов в области химии и геологии. Представители Саудовской Аравии поближе познакомились с современными лабораториями Института химии и обсудили возможные совместные проекты. Делегаты не пожалели своего времени, чтобы изучить институт полностью, периодически задавая волнующие вопросы. Заинтересованная в дальнейшем качественном пополнении штата компания наверняка решила посетить Казанский федеральный университет не случайно. Особое внимание было уделено условиям и возможностям подготовки выпускников. Можно не сомневаться, сотрудники Саудио Арамко были приятно поражены возможностям КФУ. И вовсе не исключено, что совсем скоро штат Саудио Арамко пополнится молодыми, высококвалифицированными специалистами старейшего вуза России. Адель Шамилова, Руслан Уразаев, Универньюз.